Погнали, нахуй. Рандом крю. Кстати, знаете, что мне сразу понравилось в этом клипе? Ну как понравилось? Это просто... Не понравилось, это мне импонирует, потому что, ну, большая часть клипа снята в Самаре, как бы это мой родной город, это моя земля, блядь. Я тут босс, нахуй. Вот, и локации как бы наши тольяттинские, самарские есть. Ну, тольяттинских нет, самарские, Самарская область, даже там аэропорт, в котором вот это все снималось, это Курумыч. А это самарский отель, куда они приезжали, в Самару. Чанки, поставьте на студию, мой гроб. Не приходи на студию, да со своим фейк-дерьмом не приходите ко мне. Со своим фейк-дерьмом. Усиновляний доктор Мом. Постоянно турю, я забыл, где дом. Заново представляю с тем, с кем уже знаком. Не приходи ко мне на концерт с этим фейк-дерьмом. Бля, ебаная молодая легенда, правда, у меня слов нету, какой же он красавчик, ну, в своем возрасте добиться такого, я им очень восхищаюсь. Гришаня прям огромный молодец. Ты че, ручку куришь? Брат, это витаминки я курю. Клип из этого будет. Да, сделаю роспись. Бой поднялся, но я тоже начинал с низов. Студийный джанки, поставьте на студию мой гроб. Не приходи на студию со своим фейк-дерьмом. Не приходи ко мне на студию со своим фейк-дерьмом. Ой, фараон, туси на бляни, доктор Мом. Ой, постоянно турю, я забыл, где дом. Заново представляю с тем, с кем уже знаком. Не приходи ко мне на концерт с этим фейк-дерьмом. Это куплет был или хук? Ой, ой, у меня есть панчи, как хук, ай. Я работал много как гук, у меня есть дым, я как хука, на фиолетовом как хувер, делаем эти купюры, да я красивый как сука, на мне капуста как чука, на талант у меня чука, работаю много, илбуда. Бигбой поднялся, но я тоже начинал с низов. Студийный джанки, поставьте на студию мой гроб. Не приходи на студию со своим фейк-дерьмом. Не приходи ко мне на студию. О, Анькины титьки. Бля, короче, это охуенная ситуация. Вот эти два челика. Вот я стою, вот Анька. Мы, короче, в Самаре после консика, когда поехали в отель, там Гришаня в душ сходить. Мы заходим в лифт, нам на третий этаж подниматься. Короче, вот эти два типа забегают к нам в лифт, ебать, такие. Один чел, короче, с айфоном, понял, там айфончик последний, вся хуйня по фейстайму своим кентиком говорит. Там просто на экране такой чел, ебать, сидит. Ну, ему лет 8, правда, малой такой. И вот этот кент, который слева такой: «Никитос, мы тут в лифту, ща, погоди, ебать». Такой сбрасывает нахуй. Смотрит, ну, мы с камерой стоим, типа, это все снимается. И вот этот вот чел такой говорит: «А вы случайно не с канала? Каляки-маляки». Бля, мы нахуй в голос просто порвало в лифту, это пиздец. Вот, да, мы эту историю рассказывали на вишне, блядь. Вот это эти типы, блядь. Бля, это такой угар был. Вот, кстати, по поводу того, типы, которые говорили, почему вы после концика не вышли там в Самаре сфоткаться. Ну, потому что, блядь, ну тут пиздец, как бы, извините меня. Тут слева, справа людей хуево-кукуево, блядь. Все под машину прыгали, ну куда? Чел! Боже, нахуй. Слава богу, что я решил худеть. Это пиздец, ребята, ты своё ебало, когда увидел в клипе. Да. Ща. Здорово. Вчера дипнул по твоей ссылке 6к. Нет. Поднял 30к, очко ставлю. Олимпус дал с одного спина 17к. Нет, у нас не 8 девушка. Нет. Сука, я надеюсь, вы ничего не слышали? Ничего не было слышно. Бля, просто женщина какая-то приехала. Блядь, я ебал рот, я хочу уже забор. Просто женщина какая-то приехала, мне в окно, блядь, стучит. Это нормально? У меня ни штор, ни хуя нет. У меня прозрачные окна, блядь. Чего, блядь?
Ой, блядь, Эмилин, ты ебаный. Ну как нахуй? Спасибо за 50 подписок. Ебать того ворвода, блядь. Все. Я, блядь, могу стрим заканчивать. Ой. Hold on. Хорошего стрима. Да ебать рот того. Все, стрим уже... Моя задача на стрим выполнена. Все, бабки лутом можно завершать. Шутка. Сейчас все подумают, какой это ебать я этот черствый. Шучу. Спасибо тебе огромное за 50 подписок, блядь. Ну, это очень круто. Блядь, сколько уже? 350 мне подарили? 390? 380? Блядь, короче... Вот эта хуйня меня раздражает. Просто я сижу, стримлю, мне девчонка, блядь, стучит в окно, сейчас говорит, у вас номер дома 8? Я говорю, нет, не 8, блядь. Она такая, а какой? Я говорю, не могу сказать. А почему не можешь сказать? Я понял, у меня микрофон, блядь, включен. Но она вообще, что ли, в сосну въебалась? Просто, это пиздец. Я жду, когда поставят забор, блядь. Потому что я сейчас смотрю в окно, у меня в 2 метрах от окна, блядь, припаркована ее ебаная десятка. Ну что это за хуйня, блядь? Был бы я в Америке, я бы давно дробаш нахуй достал уже. Частная территория, блядь. И пару шальных бы воздух ебанул. Тусина, бля, не доктор Мон. Постоянно тырю, я забыл, где дом. Блядь, ну, пацаны, я, кстати, скинул уже 4 килограмма. Я не могу, что у нас за ебальники? Блядь, господи, нахуй. Ребят, знаете, такие сайты со скримерами есть? Ой, блядь. Ладно, давайте досмотрим этот охуенный клип. Заново представляю с тем, с кем уже знаком. Привет. Приходи ко мне на концерт с этим фейтермом. Пальчиком. Ать! Вот этого тип Новиков Леха тоже охуенный, это оператор. Охуенный тип вообще, мне он зашел очень жизненно. Трек пиздатый. Блядь, короче, ну, я рассказывал эту историю, когда нам Гриша после концика эту песню в басике пел, я сначала не понял, типа, блядь, он импровизирует, он, типа, фристайл какой-то, потом трек дропается, такой, ебать. У меня причем фраза в голове отложилась, туси, что-то, блядь, ща. Короче, про доктор Мом, блядь. Не хочу напеть, как там правильно поется.